Добрый день, уважаемые советники. У нас сегодня неочередная сессия. Повесткой 6 вопросов. Все ознакомились. Кто за данную повестку, прошу проголосовать. Против, воздержались, единогласно. Приступаем. Первый вопрос. Об инициировании кадастровых работ по делимитации земельных участков под недвижимое имущество, переданного или подлежащего передаче в счет стоимостных долей имущества бывшего сельхозпредприятия. Уважаемые советники, данный вопрос мы рассматривали на заседании профильной комиссии. Вашему вниманию зачитываю проект решения местного совета. Первое. Приморье села Копчак завершить работы по делимитации земельных участков под недвижимым имуществом переданного или подлежащего передаче в счет стоимостных долей имущества бывших сельхозпредприятий. Хозяйственного предприятия, согласно решению местного совета села Копчак номер 2/12 от 3 марта 2023 года, договора номер 72 от 18 апреля 2023 года об оказании кадастровых услуг зарегистрированном казначействе от 21 апреля 2023 года и финансовым подтверждением этих расходов, согласно решению местного совета номер 3/2 от 7 апреля 2023 года. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя примара села Копчак Толмач Анатолий Иванович. Кто за данное решение, прошу проголосовать за, против, поддержать, единогласно. Второй вопрос о подтверждении списка имущества, переданного или подлежащего передаче в счет стоимостных долей имущества бывшего сельхозпредприятия, которое становится собственностью административно-территориальных единиц, и списка имущества, переданного или подлежащего передаче в счет стоимостных долей имущества бывшего сельхозпредприятия, которое временно регистрируется за административно-территориальные единицы. Уважаемые советники, данный вопрос также обсуждался на заседании профильной комиссии. Идея принятия данного решения местного совета исходит из того, что это аналогичное решение местного совета, которое мы с вами принимали на одном из заседаний. Это решение местного совета в результате сговора чиновников из Камрата было оспорено и подан административный иск в судебную инстанцию для того, чтобы мы продолжили работу по исполнению постановления правительства Республики Молдова номер 799 от 2022 года. Предлагается принять следующий проект решения. Первое. Утвердить список имущества, переданного или подлежащего передаче в счет стоимостных долей имущества бывшего сельхозпредприятия, которое становится собственностью административно-территориальных единиц, и список имущества, переданного или подлежащего передаче в счет стоимостных долей имущества бывшего сельхозпредприятия, которое временно регистрируется за административно-территориальной единицей. У нас есть приложение номер 1, приложение номер 2. Эти списки есть вывешены и в холле примарии села Копчак. Они опубликованы на сайте примарии. У всех жителей села Копчак есть к ним доступ. Более того, именно с этой подробной информацией мы ознакомили людей при проведении публичных слушаний, как того требует постановление номер 799. Второй пункт. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя примара села Копчак Толмач Анатолий Иванович. Кто за данное решение? Прошу проголосовать. За, против, воздержались, единогласно. Спасибо. Следующий вопрос о внесении изменений и дополнений решения местного совета номер 15/3 от 11 ноября 2022 года. Уважаемые советники, данный вопрос также рассматривался на заседании профильных комиссий. Разрешите зачитать проект решения. В целях обеспечения единообразного применения положений кадастрового законодательства, правильности составления материалов по разграничению публичной собственности и кадастровой документации, на основании приказа Агентства земельных отношений и кадастра об утверждении классификатора земельных участков по категории назначения и пользования, изменить и дополнить порядок пользования земельных участков сельхозназначения и внести изменения и дополнения в решение местного совета номер 15/3 от 11 ноября 2022 года. И внести именно дополнение, дополнить словами «земельные участки, прилегающие к солнечным фотогальваническим системам». Кто за данное решение, прошу проголосовать. За, против, воздержались, единогласно.
Следующий вопрос о внесении на аукцион земельных участков. Уважаемые советники, данный вопрос также был рассматривался на заседании профильных комиссий. Разрешите зачитать проект решения. Вынести на аукцион на продажу земельные участки, находящиеся в собственности примэрии села Копчак. Земельный участок под кадастровым номером 96-26-316.121 площадью 1,7119 гектаров. И второй участок, земельный участок на продажу, кадастровый номер 96-26-302-276, площадью 0,005 гектаров. Кто за данное решение, прошу проголосовать. За, против, воздержались, единогласно. Следующий вопрос о саботаже исполнения постановления правительства Республики Молдова номер 799-22 года ответственными государственными чиновниками. Уважаемые советники, идея принятия решения местного совета, о котором сказал уважаемый председатель, заключается в том, что на сегодняшний день примария села Копчак и местные советники идентифицировали абсолютную неготовность и неспособность, а также саботаж со стороны ответственных государственных чиновников из Камрата исполнять постановление правительства и пойти навстречу к тем решениям, которые принимаются на заседании местного совета. Дело в том, что в 2023 году примария села Копчак утвердила план, по которому мы идем по исполнению постановления правительства о порядке инвентаризации имущества, переданного или подлежащего передаче счет стоимостных долей имущества бывших сельхозпроизводственных предприятий. Естественно, была создана инвентаризационная комиссия, были приняты решения местного совета и распоряжением примара решения касательно проведения публичных слушаний. Мы пригласили все заинтересованные стороны, в том числе и кооператив Депродучере. Мы пригласили абсолютно всех экономических агентов, советников, директоров подведомственных учреждений, директоров раннего образования, всех людей, которые так или иначе имеют интерес, общественность, неправительственные организации, средства массовой информации. Мы провели открыто и прозрачно те консультации с гражданами, которые предполагает законодательство Республики Молдова. Но на данном этапе мы сталкиваемся, что со стороны государственной канцелярии, территориальной организации Камрата, которую возглавляет Казанжи Геннадий Константинович, происходит практически системные административные иски с поводом и без повода абсолютно нарушаются все права местной автономии, нарушается право местного совета реализовывать постановление 799. Таким образом, данные чиновники превышают полномочия, превышают и пользуются служебным положением и наносят бюджету села Копчак невосполнимый и огромный ущерб. В связи с этим примария села Копчак предлагает следующий проект решения. Первое. Примарии местному совету села Копчак обратиться в Генеральную прокуратуру Республики Молдова, Национальный центр по борьбе с коррупцией, правительство Республики Молдова по факту превышения полномочий, использование служебного положения и нанесение ущерба местному бюджету села Копчак в особо крупном размере со стороны ответственных чиновников. Кто за данное решение, прошу проголосовать. За, против, воздержались, единогласно. Спасибо. Следующий вопрос о выделении спортивных помещений. Уважаемые советники, в адрес местного совета обратились руководители сельхозпредприятий, которые функционируют на территории нашего села. Это крестьянское хозяйство Курдан Валентина, руководитель крестьянского хозяйства Талмач Мария, руководитель СРЛ Агроберекет и руководитель СРЛ Инвестсойл, которые просят выделить складские помещения на территории бывшей животноводческой свинофермы для хранения и выдачи сельхозпродукции квотчиков села. Данный вопрос также рассматривался на заседании комиссии. Предлагаю проект решения выделить складские помещения сельхозпредприятиям, функционирующих на территории села, вышеперечисленных, для хранения и выдачи зерна квотчиков села. Кто за данное решение, прошу проголосовать. Да? Против, воздержались, единогласно. На этом повестка исчерпана. Всем спасибо.